Я тебя приняла. Сосны, по-моему, не виделись. Как про женщин были сказать, это же немножко. Что, решил посетить набережных? Ну, что-то новенькое, да? Благодарю тебя. Ну, да, да. Тут надо стеку безбережно посмотреть. Что у тебя с Леной? А, с Леной что? Не хочет нас посетить Брежнев? Да вроде не хочет. Значит, Брежнев еще. Не посещали его? Старый голос отлично слышится. Вроде все выздоравливаю, на работу пойду. Не на работе? Нет. Позвонила мне соседка. Кто кричит? Даже, говорит, окно открывает, и там... Надо бы ему посетить, я не знаю, ну, брать его... Не надо посетить, конечно. Пускай кто еще не видел, пускай посещает. Продолжайте. Приятно. Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и все исполняй, сокровище благих, и жизнеподателю, приди, селися в ны, и очисти мы от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господи, благослови наше собрание, прибудь с нами в этот воскресный день. И все услышанное нами здесь дай запомнить и поделиться с ближними. Хвала тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Я попрошу слово сначала. Слово Игнатия Кончу. Там сзади лежит у меня молитвослов в черном переплете. Сюда его перешлите. Будьте очень внимательны, что я вам скажу. Это вам потребуется для целой вечности. У людей как-то принято так, что сегодня ладно, а завтра не как будет. А нас Господь наставляет так, чтобы мы заботились о вечности, ибо Твое есть царство и сила и слава. Вот. Его царство, Он дает силу, и славу всю Ему, не нам. Гусли все кладут к Его ногам. Вот у нас лежат Евангелия. Скажите, у кого нет такой книги? Поднимите руку, что нету, не бойся, просто подними, нет у меня и все. Слава Богу. А вы, это будет, держи. Так, ничего не рисовать, возьмите руки. Вот так, я сейчас скажу, и вы вот так будете поднимать ее. Вот еще. Так, подай туда дальше, я пока раздам. Водите по одной, держите в руке. Сейчас мы кое-что сделаем, да. Передавай. Так, туда передай. По одному возьмите Евангелие. Так, еще туда передайте, кому не хватило. Так, прошу всех взять в руки Евангелие.
Ничем мне не заняты будете, чтобы в руке было Евангелие. Маленькие, да? Так, сидишь, Евангелие не взяла в руку. Я же перед тобой стою, говорю, и куда-то глазами крутят. Держи. Девочки, берите Евангелие в руки. Дети, все, что по одному Евангелие держали в руках. Кому не хватило? Так вот, переверните. Так, передай туда. Возьми, держи. Кому не хватило? Боля, возьми. Возьми, все до одного возьмите в руки. Хотел хоть сказать. Так, у кого нету? Вон. Передайте туда. Вон туда. Ну вот же у тебя лежит, вот, Василий-то, что ты? Володя, дайте, Володя, Володя. Володя, вон там. Возьми. Берите все в руку. Правую руку возьмите. Возьми в руку, подними. Так, фотограф. Да не так подними, чтобы видно было, что это. Надо захватить всех. Вот сейчас, кто не против написанного в Евангелии, кто согласен со словами Иисуса Христа, поднимите вот так. Так, и подержите, пока сделаю несколько снимков. Поворачиваю на разные стороны, чтобы было видно. Все поднимайте, все до одного. А дело в чем состоит. Эти Евангелия впервые за годы советской власти издали таким большим экземпляром. По моим рассуждениям, как я знаю, это больше миллиона и может не один миллион. Когда меня спрашивали, если бы вас избрали патриархом, что бы вы сделали? Первым делом прекратить все строительства храмов, рассчитаться со всеми с долгами и сразу издавать Евангелие. Бог услышал мою молитву. Мне каждый раз Бог дает понять, что Он слышит. Я все годы молился о сокрушении коммунистического режима. День и ночь молился, он рухнул. Так что от тебя зависит? Молитва моя там. Я молился каждый день, чтобы Господь вернул Александра Исаевича Солженицына. Он вернулся. Да от тебя что зависит? Это Путин там хотел. Путин за свое, я за свое отвечаю. Я молился, я получил. Я просил, чтобы было издано крупно и можно было считать жирным. Именно такие они вышли. Я еще хочу напомнить вам, что если мы верим в Бога, то надо молиться и понимать, что Бог живой и отвечает. Я немножко сейчас еще скажу. Однажды мы ездили в районный центр. Ну, прошли все. С нами ездила Глушкова, вот Нянила Александровна сидит рядом. И она пошла по квартирам, везде ходила. А когда мы сошлись, где собирались, у Дома культуры там называется, она говорит, у, сколько людей обещала прийти, прямо, наверное, все село вернется. К нам придет туда. И мы-то шли по разным улицам, на скольких машинах-то мы ездили. Но тут Бог показал, что все не так будет. В это время узнал священник, а у них свое радио есть, сельское там передают-то. И он выступил, чтобы ни один не ходил. Это антихристы. Антихристы в рясах. По-другому названия нет. Почему? С таким словом выступил наш епископ Евтихий бывший. Я вам сейчас скажу, что дальше. Страшные дела мы переживаем. Мы пришли, когда к Дому культуры, ни одного человека. А почему? А я тебя не буду причащать, и ты сдохнешь под забором. Это старообрядцы все так учат. И в Христа не верят, верят в причастие. Христос так не учил. Мы должны верить в Искупителя, пострадавшего за нас на Голгофе. Почему в таком виде, красном, все обдуманно было сделано? Это Бог отвечает. Мы не знаем даже кто. Но самое это для нас теперь оказалось на первом месте. Вот мы открываем только и посмотри. Ну, вторая страница. Крестик, и внизу написано «По благословению». Прочитай вслух. Я не вижу. «По благословению святейшего патриарха Московской всей Руси Кирилла». Подходит полиция, наши здесь раздают Евангелие. «Кто вы такие? Покажите». Раз, ему открывают, вот так откозырял и пошел. «Вы не знаете, которые сидите дома, а которые ходят с Евангелием, закон Яровой уже работает, арестовывают и штрафуют, и штрафы по миллиону. Нас запечатают всех. Меня предупредили, сказали, позвонили с разных мест, ему буквально в одну неделю выдали справки, кто пойдет. С одной стороны, отдел юстиции краевой, мы зарегистрированы, второе, все прошли курсы. Ему выдается лишнее. Вы помните, я выдавал? Не забывайте, когда идете. Так вот, что за этим следует». В первую очередь, благодарение Богу. Включите в свою молитву ежедневно благодарить Бога, что патриарх Кирилл расположен к этому. Те не могли сделать.
советская власть и прочее. Я скажу вам, вот специально принес книжечка такая маленькая, она называется «Молитва слов православные». Посмотри, прочитай здесь, по благословению кого он издан? По благословению Святейшего Патриарха Московской и всея Руси Алексея. Алексеем он не знал еще, что он будет первый. А теперь посмотри, в каком году это было? 1970 год. 1970 год. Вы знаете, какая была трудность? Все советская власть погубила. Но без молитва слова нельзя. Надо за границу показать, что у нас есть свобода. И не издают молитва слов. Указание. Не больше 200 страниц. Но на 200-то страниц можно больше, если мелко сделать. Я пошлю, чтобы вы могли увидеть здесь. Вот. Вот, допустим, мне сегодня перед причастием нужно было считать. Я не вижу. Вот. Пройдите, посмотрите вверху, что считать, а внизу запев, который. Посмотрите. И держи рукой. Держу. Пропусти по всем. Эта эпоха прошла. Нам Бог сегодня это открыл. Нам говорят, кто присылает нам Евангелие. Вот только на днях мы привезли дополнительно к тем, что у нас стоят 500 Евангелий. Я не ошибся? Где Сергей? Да. Вы шрифт. Вот, ну, вот. 500 дали? Шрифт, смотрите. 500 Сергей Павлович привез. И здесь посмотрите. Вы знаете, когда на суд Божий люди придут, я говорю с прицелом для вечности, никуда головами не крутите. Будет суд на перстнике разврата. Есть Божий суд. И он ждет этот суд. И на суде будет сказано, покажи дела твои. Мертвечина не приемлется. Запомните, Алексей Первый ушел, многое, что он делал, забыто будет. Но он сделал вещи такие, чтобы в храмах пели веру и Отче наш. Это благодаря ему. Запомните это. Помолитесь за него. Кроме того, он запретил церковь приносить цветы искусственные. Богу не нужна мертвечина. Вот возьмите, какой он был. Симанский фамилия его. Алексей. Цветы только живые, там, в горшочке там у тебя как поставили, там, и все. Ведь везде этими мертвыми-то перед церковью торгуются. Забыли его наказ. А он уже где-то в другом месте находится. Нам могут говорить многое, многое может не сойтись. Но дело в том, что при нем издана была Библия крупным шрифтом. Полная. Православная на 77 книг. Я получил ее тогда, когда она была только издана. Один узник, который в дальнейшем будет Русак Владимир, диакон, он мне достал ее там. Сына, конечно, там, православная сына, это несколько раз. Я сейчас вернусь назад, как Бог делает, слышит молитву. И когда пришли мы туда, никого нету. И только одна женщина пришла. А почему пришла? А батюшка сказал, что баптисты будут. А я так люблю, когда баптисты поют. Я пришла послушать, как будут петь. Вот если бы все знали, какие хорошие песни поют неправославные, то они бы все пришли. Но они знают, мы, ны, мя, мя, они не знают другого. То вот здесь вот считаешь слова, а в конце дается словарь. Словарь, насколько, ну, я тебя спрошу, читай по порядку. Посмотри, какая мелкая, что больше вошло, патриарх сделал по одному микрону буквально. Ниц. Вниз лицом на землю. Ничтоже. Ничего, ничто. Ничтоже велие. Ничего особенного. Ничтоже дивно. Ничего удивительного. Ны. Нас. Ныне. Теперь. Итак, вот ныкаем, мыкаем. Посмотри, каким шрифтом. По-другому нельзя. Бери увеличительное стекло и смотри. По-другому даже хорошее зрение не рассмотрит. Но у него не было выхода. Его зажали 200 страниц. Я думаю, как они там эти, кто делал, редактировали, как это было им трудно там все туда внести. Не просто судить, а надо понять. И вот когда женщина та пришла, послушай, мамы-то какие певцы, все-таки я помню, что-то спели. Когда поехали, сестра вот Нянила Александровна говорит, ну как же так? Она сидит и удивляется, ну я тоже удивляюсь, как она. А мы разбираемся парами, один идет по одной стороне улицы, а другой поэт, а другая пара идет по другой улице, и мы с ней ходили. Мы как-то друзья с ней так прошли. Я гляжу, она удивляется. Я говорю, я сам не пойму, как. Ну, везде приходили, на стадионе собирали. Чтобы никто не пришел, не было ни разу, это первый раз. Почему? А вот у Бога все сочленено где-то. Где-то едут люди в автобусе, и они нуждаются в том, чтобы им дали Евангелие. А его нигде нету. Мы едем до дома, удивляемся. Тебя как только поворачивать на Потеряевку где?
В это время едет автобус большой, у него лопаются шины, и дальше никуда, прямо на нашем повороте стоит. Он нас ждет, люди все выступили, жаркий день, они стоят рядом-то. Мы доезжаем до дороги, развернулись, уже поехали. Игорь за рулем был-то. Я говорю: Игорь, стоп, по тормозам. Кого они ждут? Нас ждут. Если бы мы там были дольше, люди пришли, ну, они бы и уехали, и все. Если бы мы поехали раньше, раньше их поехали, тоже не увидели. У Бога все было вымерено, где лопнет колесо, где мы развернемся. И они его починят, колесо, только тогда, когда мы придем к ним. Одну поломку где устраняют, там другая. И наши высшие хлопцы, братья, и наши раздавать Иван. Я скажу, так говорю? Да. Я говорю: вот, сестра, теперь пришел нам с тобой ответ. Ты не знаешь, как это будет? Не знаешь. Так вот, на суде Божьем будет так. С чем ты придешь? А там написано в 30, 60, 100 крат. А меньше-то нету. 29 уже нету. 28 нету. 30 – это минимальная тройка, государственная отметка. Некоторые из нас уже по несколько лет ходят здесь. Хоть одного человека привели? Кому Евангелие раздавали? Я хочу вас устрашить всех, особенно пенсионеров. Мы спотыкаемся и не встаем. Мгновенно уходим из жизни. Сердце остановилось. Да и без сердца-то хватает болящих-то. От подошвы ноги до темени головы мы прописаны уже в больнице. Знаете, у нога его везли, звонит. Приехала Ольга на неделю, вот, Симоненко она, Виктор Николаевич, сестра. Какая она чудесная. Она без лодки никогда не приедет. И все у ней как надо. Приехала в больницу провериться, звонит, кладут в больницу. Так что помолиться о ней надо. Я к чему говорю? Приготовьтесь, ибо не знаешь, когда придет Господь. В 30 это означает 30, три десятки. Раз, два, три, 29, 30. Вот столько Евангелий сегодня каждый должен взять. Пройти по своим подъездам. Выйти на улицу. Ну, где там живете-то? На остановку выйди и скажите: вот Евангелие по благословению патриарха. Здесь об жизни Иисуса Христа, о спасении. В автобусе едете, берите. Я вам говорю, что Евангелие у нас там есть. Вот в каждой пачке, она пачка, это 16-20. И там из другой там распечатать можно, к вам выйдут братья, сделают. Прошу сегодня не меньше 30 Евангелий взять. Мы еще завезем. Платить мы, если когда платим, то только за подвоз. Это кто-то взял на себя, кто неизвестный. Велика награда того человека. Итак, 30, 60, 100 крат. Вы меня расслышали? Да. Вымолите у Бога, чтобы мой внутренний дух в вас перешел. Не лягу спать, как Златоуст говорит, пока я не прочитаю главу другого священного писания. Не сяду за стол, пока не прочитаю Евангелие главу хотя бы. И дети, чтобы были рядом. Не так, чтобы они сидели в интернете. Они никуда не ходят. Интернет страшнее, если на улице, ей бы худо было. Она тут сидит, знакомится, переписывается, и вы даже не знаете. Отсядите от интернета. Интернет – это страшная всемирная яма, помойка для неверующих. Это божественное изобретение. Прекрасно. Я там сижу и даже не выскажешь, сколько добра там. Пример. Вчера приезжает отец Аким. Ну, ездил в другую страну, поехал с сестрой. Там не был 28 лет, где он жил. Но он приедет, что-то будет рассказывать. А он не очень расположен к этому-то. Ну, опять записывает, да ничего там особенного нет. Но я знаю, у него он не имеет доступа в интернет, и это надо почувствовать. Ну, я уже приготовился, он идет, я все дверки-то открыл, думаю, сейчас постучит, я сразу раз в дверях его. Ну, не, он кланяется, не будешь же молитву прерывать-то, я опережаю его. А он совсем в другом настроении, он только и ждет рассказать, как у него было хорошо. Я прошу у батюшки прощения. То есть, мои мысли здесь, я по вчерашнему судил, а он приехал другой. Он ни разу не сказал мне, не записывай это. Все, записываем, проходим в комнату, и ролик уже стоит. Ну, он съездил с сестрой Валентиной, там простыл или что она. Два человека знали. Вчера я поставил, проходит уже 18, а уже 5 человек посмотрели. Я посмотрю в интернете, гляжу, уже 50. Я посмотрел, маленько прошло время, 500. Сегодня встаю, уже 5000 с лишним. Ну, ли, среди пятерки-то наворачивает и наворачивает. Столько людей, а отзыв: какой у вас батюшка, да какое у него улыбчивое чистое лицо. Отзыв ни одного плохого нет. Обычно меня там заклевывают. Нет, я тут как будто бы все примирились. А ничего особенного нет.
Запомните, у Бога вымолено это. Ежедневно 7 раз молитесь. Еще раз. Кто молился в неделю, как я говорил, 7-кратно в день? Поднимите руку, посмотрите, Бог дает как. А у меня всего 3 раза получилось. Ну, хотя бы один день, и то хорошо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нет, 3 раза каждый день. Господи, аллилуйя. Так, сделайте, чтобы каждый день было, кроме субботы и воскресенья, потому что тут богослужение. 7 раз в неделю, это 3 святое и 100 поклонов, и своими словами. Знайте нужды людей. Интернет изобрел Тим Бернерс-Ли. Телефон изобрел, вот это вот, что мы все пользуемся-то, Мартин Купер. Мартин. И поисковик библейский Тимофей Ха, вьетнамец, который приехал учиться в МГУ. 2 Тимофея, Тим, это Тимофей, молитесь о них, они все живые. Эти люди живые. Не изобрел, а запустил в производство. Как нуждается в России? Эти души в помощи, поблагодарить Бога, что такой им разум дал. Сколько людей приходит. Вот у нас скоро день сайта будет, я на все это отвечу. Итак. Господи, я не хочу бесплодным, не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу сноп один в руках нести. Это вон, сборник духовных песнопений баптисты поют. У православных этого нет. Все батюшка сделает. Батюшка отпустит, мы идем грешим, он опять отпустит. Но если ты обратно идешь, то какая польза, Серафимов говорит? Одной рукой строишь, другой сметаешь обратно. Какую пользу? Не надо на это обманываться. Я коснулся епископа Евтихия. У нас связи никакой нет, но из интернета мне кинули. И кто это кинул сегодня? Вам никогда не... Игорь Третьяков, Игорь Владимирович. Не выходил сколько все лет, а тут вышел. А у меня уже все это есть. Евтихиева я уже распространил. Он выступает раз за разом. Я маленькую вставку сделаю. Однажды мне, ну там приезжает когда епископ, архиерей, то с собой он берет еще священников, там всем, и всем надо что-то дать в конверте. Накормить, напоить. Это поборы, самое настоящее. Если нет, там беда, его вызывают в епархии, чешут. И меня спрашивает отец Иоанн Суворов из Тулы. А вы хоть одного архиерея знаете, который не берет эти взятки, приезжает разорение? Я говорю, я знаю. Что, у нас в России? Я говорю, да. Да нет такого, я говорю, есть. А кто? Я говорю, Евтихий Курочкин. Да вы что? 13 лет у нас был епископом. У него носков даже иногда нету. И он сейчас говорит, вы, которые разъезжаете на лимузинах, такие золотые ризы надеваете и прочее, вы знаете, скольких людей вы соблазнили. Молодежь вообще не хочет ходить в церковь. В армии сейчас отчет дают об армии, все в язычество, на его язычество идут. А церковь достижательница. Зачем это нужно? Иначе и знают очень многое. Разоблачители, которые показали. Вы отвратили людей столько, как слуги Антихриста. И дальше он опять говорит, что они имеют опять. Да, я сказал А, придется говорить Б. Вы против меня ополчитесь, я это знаю. Но мне отходите с этой земли, я должен вам сказать, вы Антихристы. К архиереям обращается. И выступил вот только. Опять повторил. Еще в новом ролике опять говорит. Я взял из всех роликов все собрал, что он говорил, и отдельно выставил материалом. Вы за него молитесь? Молимся. Ежедневно. Всегда. Здоровье у него слабенькое. Тем более Иларион, который первосвятитель молит, это очень сильно болен. Очень сильно и, говорят, безнадежно. Насколько достоверно, но главное, что надо молиться. Значит так, в 30 крат это самое малое. А не так, я верующий. Пришел, ушел, я верующий, то есть вера есть, я ее в платок завернул, зарыл, лишь бы только веру не отняли. А что с толку с этой верой? Вера без дел какая? Мертва, ты мертвечиной живешь. Итак, сегодня, если я не ошибаюсь, у нас сегодня 3 уже. Второе. 2 декабря 2018 года, воскресенье, мы после литургии. Бог сподобил меня причаститься, поэтому берегитесь меня сегодня, попалю. Потому что Таус говорит, огненное дыхание Бог дает. Я это готовил на следующий, нет, Господь показал сегодня сказать. Чтобы у вас было 30, хотя бы 30 возьмите, а потом придите и скажите, все раздал. Вот у меня сестра одна была в больнице, и мне сообщала, звонила, говорит, я по всем палатам иду. Это Мария Унагаева говорит. Это не одна уже сестра мне говорила. Я не просто в больницу пришла. У нас Серафима Гавриловна, ей 93 года сейчас. Ее привезли делать операцию. Она говорит, я сначала должна помолиться. Помолилась, легла.
Врач делает операцию, она ему говорит о Боге. И он потом пошел, врачи, когда собрались, он говорит, первый раз вижу такую бабушку. Я ее режу, а она мне о Христе рассказывает. И сам говорит это с улыбкой. И она приехала и рассказывает, как. У нас в Корчине живет одна сестра, Татьяна Никитина. Вы бы знали, сколько она просит Евангелий. Я ей пошлю 30, она опять, она вроде, как я понял, корову продает. И у нее есть клиенты, которым она разносит. И она там по соседним везде раздает. Возьмите пример, Никитина Татьяна. Почему вы не ревнуете? Теперь вопрос поставьте себе. И ты так ревнуй, опереди всех. Вот у нас фонд открыли для роботов. Я первый буду там, а первый тогда по количеству нулей, которые ты туда принесешь. Я в прошлый раз говорил. Эти остаются дети, от отца ни копейки не будет, у них жить. Чтобы не меньше семи, значит, цифры было накоплено. Я попечитель, я стучу об этом. У меня тоже ревность есть. Мне охота там быть первым. А что возьмешь-то? Ищу. С протянутой рукой. В интернет обратился, чтобы помогли по адресу на Галину Александровну. Вот на нее все это идет. И вы избрали ее. Ко мне неприкасаемая. Так, чтобы получилось 30 крат, хотя бы 30 возьмите. Хотя бы по пачке возьмите сегодня. Ящики там распечатать. Так, Сергей Павлович, сегодня пока не читай, оставь. Задержимся. Выйти туда. Я еще не сказал. Ты как раз еще сегодня опоздавшая была, когда начала. Объяснитель напиши. Живешь на расстоянии 53 метра до крыльца и опоздала. Вот я был, забыл, она высунулась сама. Так, не меньше 30 кратно. И начинайте об этом усиленно молиться. Не говори, а я такой, я немощный. Подключи к этому всех, которых ты знаешь. И людям не просто лишь бы только сунуть, а скажи, здесь жизнь. Это мандат для Царства Небесного. Здесь пропуск Царства Небесного, если ты возьмешь и выполнишь. Вы вспомните, как говорил Аман Тулеев. Кто это такой? Губернатор? Губернатор Кемерово. Мусульманин? Был. Бывший губернатор. Так он, представь себе, открыто стоит и говорит, какая личность Христос что сделал. А потом показывает, как это умно собрание важных людей, мусульман, и вносит приговор у него предать смерти. У нас как, пошел ты в мусульмане, мы помолимся там, и больше ничего. У них так, пошел сразу на заметку, должен умереть. И ставят сроки. Это самое, сказать, агрессивное против христианства на земле вера, какая есть сегодня. Куда ты пошел, нету мусульман, назад ходу нету. Просто сказал, я мусульманин, не играйте этим. Не играйте. У них слово умеют держать. И они нам во многом пример. У них девушек, вот этих вот девиц, сохраняют 100% до брака. 100%. И вот у нас бракосочетание было. Виктор Николаевич и Анна. Ну, тут у нас было. Все одеты как. Вы посмотрите, отзыв у меня больше половины от мусульман. Наконец-то, в хиджабе сидит и невеста, и братья у них все с бородами. А говорят, нет русских. Он не зовет к себе, он просто восхищается. Как хорошо смотреть. Какие люди-то. А ведь раньше так все были православные. Привлекает одним видом. Он и ни один не сказал, переходи, и тебя Аллах спасет. Нет, просто восхищается. Какие красавицы. Вы же были на бракосочетании. У меня было там, кто-то зашел не так, грудь открыта, я чиркнул пальцем. Переоденься. Зачем нам срамить друг друга? Другие наши уехали в другой город. Во, невесту, все видать, прозрачное, и так понятно, что груди как башни, как Соломон говорит. Зачем показывать отдельно вот это все? И видно, а дальше только здесь тюль, и пришли почти все без платков, и с голыми руками. Наши там были, порадовали вы меня. Пришли, меня мигом скинули, а или до рукавов нету, ездили. Я не буду говорить, в каком городе, это в Америке, допустим, было, или где. Попутно сказать, это жизнь продляет. Я не просто пенсионер, а пенсионер, который чем-то занимается. Вы знаете, вам что бы только не хотели узнать, скажи, продолжительность жизни людей на Земле. Таблица пошла. 280 государств. На первом месте какое стоит по продолжительности? Япония. На последнюю букву? Япония. Япония. Буква Я. Япония. А почему? Вопрос. Теперь. В Америке самые долгожители – адвентисты седьмого дня. Вопрос – почему?
В России самые долгожители, а Россия стоит где-то там на 180-м, что ли, месте. Что интересно, когда был премьер-министром Владимир Владимирович Путин, он сказал, продолжительность средняя в России перешагнула за 70 лет. Ну, там показано, как перешагнула, за счет чего. И вот у нас долгожители в России, запомните, кто? Чечня. Ингушетия. Дагестан. Все. Все мусульмане. Почему? Мужчина умирает от чего? Вы же знаете. Зеленый змей задушил, хвостом обвился и проглотил. У них этого нет. У них этот, что у нас пьют, называется кровь шайтана, кровь чертова. Переводится. А женщины? А женщины себя блюдут. Аборты не делают. Аборты сокращают жизнь. Аборт означает за борт выбросить. За перестройку в России 120 миллионов абортов. Рамзан Ахматович Кадыров провел закон через свое, что преступлением является аборт. В российских регионах это единственный пока. Опять мусульманин. Нам есть чему поучиться. И они очень крепко держатся. И когда мне говорят, а что самое ценное у вас в христианстве? Просто в христианстве. Священство, через которое можем получить доступ к благодати большей. А главное это Христос. Павел говорит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Что в мусульманстве самое ценное? Я его исследовал, 18 том Коран разбираю по сурам и аятам. Намаз. Знаете как? Намаз. Пятикратная молитва в день. Пятикратная. Мы в своей общине вот сидим сейчас. Пятикратную молитву даже сегодня нам на один день не сделать. Хотя наша община, мы община, не просто проходной двор. А когда в церкви заходят туда-сюда, и священник не понимает, что делается. Он там отдельно в алтаре, а здесь ходят, покупают. Они ничего не понимают. Во-первых, не его учишь. Вот эти слова. Я могу дать этот словарь. Ни один не его учил. Так, а когда быстро считает, да гнусавит, да далеко, ты вообще ничего не знаешь. Евангелие еще, батюшка говорит, я мог догадаться. А что считали апостолы, а кто его знает? Притом я иду со священнослужителем. Софийский, кажется, собор в Киеве, отец Петр, кажется, был. Я спрашиваю, что сегодня считалось? Не знаю. Так ты же считал-то, не знаю. А сколько лет священнослужитель? 52 года. Хуже нас никого нет. Давайте черту подведем. Мы не ревнуем. Вот стреляют, война. Мусульмане воюют между собой. Я вижу, убил. Подползти надо, оружие снять с него. Я оружие снимаю, он глаза открыл. Ты меня убил. А мне хорошо. Прими газоват. То есть всеобщую войну. Это кто пишет? Лев Николаевич Толстой, Хаджи Мурат. Ты меня убил, а мне хорошо. Я в рай иду. А пойдет он или нет? Но главное, прими то, что я принес. У нас такого нет. Вот я Библию выучил наизусть. А мне какая разница? У них так, если приговорен человек к пожизненной или к смертной казни, Коран, заучи. И комиссии расскажи наизусть. Все. Прямо от них понимаешься, идешь домой. От смерти спасает знание Корана. Вот подходит под благословение. Не один, не два, а много. И стоит он, как шейх согнулся, старенький. Интернет. Вот мы молодые, ну, поженились, а сразу у нас там не урядится. Я понял. Коран считайте наизусть. Аллах поможет. Следующий подходит. А мы уже 7 лет живем, у нас детей нету. Бывает, не то, что женщина бесплодная, мужчина бывает бесплодный. Она не виновата. Он опять погладил только, Коран, считайте, и Бог даст, как надо. Тот заболел смертельно, болею. Что он опять? Считай Коран, Бог Аллах покажет. У нас же этого нет. Начнут обманывать, там молись какому Спиридону, Пантелеймону. Как будто Христа не хватает. Хватает. И можно надо молиться Спиридону, но не думай, что в этом. Загляни вовнутрь. Какой грех тебя загнал в этом возрасте? К бабкам пойдут сначала, к шептуне. Что он сказал? К бабкам пойдут. Да, это для начала к бабкам, потом к Спиридону. Я говорю, батюшка, ты на исповеди принимаешь людей, спрашивали, к колдуну этому ходили, нет? Он говорит, что ходили-то, я сам ходил. Я говорю, щемак заряжал энергию, пили. Я сам заряжал и пил. Так если ты заряжал и пил, ты по закону посмотри, насколько надо тебя отлучать. Минимум навсегда, да. И максимум. Если занимался 20 лет, если сам занимался, лет 5. А если в дом его Кашпировского, ну заходи, Анатолий, там поговорим, или поешь где-то.
на 2 года отлучается. Только за то, что принял, ничего не принял от него, а принял его. Так, 30-кратно это меньше. Берите хотя бы 30. И сразу сделайте заявку, что вам не хватило. 30 нету, 30, то вы не взяли 30-то. Кто может, 2 пачки возьмите. Чтобы здесь были твои дети. В известном народе считалось поношением, ты Богу не угоден, если нет у тебя детей. Как об Якиме и Ане говорят где-то. У христиан другое. Другое. У Павла не было детей, у Златоуста не было. Но другие дети были. Как Григорий Чудотворец говорит, прислали его в город, а город по тем временам это мегаполис. И он говорит, в городе было только 17 христиан. Я был тут епископом. Сейчас, говорит, меня переводят в другое место. Сегодня в городе только 17 язычников осталось. Вот это обстановка. Итак, Евангелие многие уже получили, но у многих нету, и они не будут брать. А вы скажите о Христе. Передайте тем, кто жаждет. Здесь все есть. А почем православные, которые те... Ну, помните, как он сам на Кузьминичной ходил это? По автобусам, ехал в электричке, это давал, и бабка сразу... карманы, Евангелие раздавали там. Она говорит, не надо, мы бесплатно. О, еретичка. Она сразу же вернула, иди отсюда. Православные никогда даром не дают, вот я тебя обнаружила. То есть эта жадность, она не в одном человеке, у нас уже привыкли к этому. На меня столько нападок за то, что в комнате у меня бедно. А другой выступил и говорит, а вы почитайте житие такого, как они жили. У нас живой, это епископ Евтихий. Он оставил нам образец. Да благословит его Господь. Итак, хочешь, чтобы было 30-кратное, бери Евангелие. Потом еще. А потом этих людей держи на заметке. А потом их приведи в храм. Неважно, в какой пойдет он. Патриарший туда или к нам забредет. Тут-то труднее ему попасть. Так, слушай. Я когда ходила, несколько Евангелий возьму, да, 2 пачки в рюкзак и в сумку. И душа еще. Они говорили, что труднее. Каждый раз упрашивают, это так. Она и говорит правду. Когда по трамваям и автобусам ходила и раздавала, и вот так показывали, кто имеет желание взять Евангелие православное, бесплатно. Учитесь. По благословению патриарха Кирилла. Руки протягивали, брали. Наконец-то православные вышли, бесплатно раздают. Потому уж устали от этих сектантов. Особенно свидетели Иеговы. Все бесплатно, только православные. А здесь и православные, оказывается, бесплатно раздают. Вот чудеса, говорит. И многие взяли, только они брали. Говорит, я мусульманин. Другой, ну, все понятно. У меня так, есть. Иногда говорят так, это люди замаливают грехи. Я знался с мэром города Бавариным, а мне в редакции говорили, они нагрешили, нахватали, а теперь через вас пытаются Богу приблизить. Ну, со мной так знается, что я помолился. Я говорю, а разве это плохо? Это тоже хорошо. Что бы ни сказали, все хорошо, когда мы молимся. И ты, ну ты смотришь, тебе это ничего не говорит. Мне ехать в одну поездку, одну ехать. Денег нет. Где? Я встал и молюсь. Я больше ничего не могу делать-то. В интернет заходит один. Я слышал, вам деньги нужны в интернете. И не где-то с Калининграда. Это через Литву ехать. Ну я уже скажу, Булкин, Дмитрий. Я говорю, так это о книге я издавал, я уже не издаю больше книги. На стол книги помещаться им. Ну так насчет а другой, я говорю, мы на путешествие. Он сразу тоже перевел 100 тысяч. Другой сразу 200 тысяч. Незнакомые люди. Я теперь пришел, а в дороге-то мне, я кассир, надо деньги-то, чтобы мало было. И где-то спрятать в разных местах, едем трое. И чтобы обыскивать будут, не нашли. У меня задача. Я иду и думаю, если дадут 1000-то, вот еще же я сделаю-то. Вот дали бы, самые большие тогда были... По 5000-то. Ну и гляжу, передо мной это в кассе там дают, которые получают, ну, пачки. 1000, 1000 это, каждая ассигнация это. А я один такой стою. Она на меня что-то посмотрела, как будто я Вольф Мессинг какой-то. Я не зазомбировал ничего. И вдруг она полезла куда-то, на меня смотрит, по 5-ке все откинула, я скорее ушел. Не только сумму Бог дает, а даже какими ассигнациями. Если я вам буду рассказывать, то скажешь, басни собираешь. Нет. Я вчера говорю, батюшка, как он меня это подвел, так сказать, по-хорошему подвел. Я думал, он не откажется. И уже к утру сегодня, за, кажется, 19 часов прошло, 5 с лишним тысяч людей
которая первый раз, он все рассказывает, как были, какие порядки, какие на таможне, где молился, как крестили, как там батюшка тамошний, я разрешу, а кто ты такой, у него справка раз. А теперь для архиерея надо, они это все сняли, электронным методом послали, архиерей оттуда пришел, ответ, и батюшка там крестит теперь в патриаршем храме. Это все от Бога. Батюшка поехал, позвонил, молитесь. А для меня теперь забота. И говорю, что пенсионерам делать? В душу себе посмотреть один раз, ужаснуться и пожелать лучшего. Итак, Евангелие на столе, Евангелие в притворе там. Там лежат. Берите и каждый раз делайте заказ. Так, Сергей Павлович, могут еще придать? Не знаю. Не знаю. Ну, во всяком случае, у нас не меньше, как 800 лежит. Как раз хватит. Вот у меня все вопросы. Спасибо, Христос. Так, ну все тогда у меня. Оставайтесь на занятии, пока есть такая возможность. Закончил. Батюшку зови сюда, обязательно. Это я по одному делу говорил, дальше еще в конце скажу. Только предисловие было. Напоминаю, на неделе во вторник праздник 10-й введение во храм Пресвятой Богородицы. Кто где близко в храме, имеет возможность свободно от работы своего находить на молитву в храм. Еще в храме будет две исповеди, два воскресенья еще будут. Поэтому готовьтесь. Тихо, да. Тихо. До Рождества еще две будет исповеди. Следующая, значит, у нас будет 16-го и 30-го. Вот так. Ну все, ко мне какие вопросы? Все знаете обо мне, да? Нет. Как съездили, батюшка? А все, смотрите интернет. Ну не все, у них все же есть интернет. Ну есть, все. Расскажите, все расскажите. Я уже не могу говорить. Батюшка, расскажите. У Любовь Николаевна вопрос. Что? Простите меня, пожалуйста, когда будут больные причащаться и готовить больных? Не сегодня, следующий приезд. Следующий приезд в воскресенье, причастим больных. Все. На неделю мне звонил Игорь Третьяков. Ну, так, звонил, прощения просил, толком ничего как-то не сказал, что... Ну, только одно, что сильная обида на кого-то, кто-то его сильно обидел здесь, что он не может появляться даже. Такая просто, наконец, смертельная обида просто. Вот. Но он поэтому, я могу вам сказать только тайно, только чтобы никто, я говорю, нет, по телефону этого не надо говорить. Раз тайна, то храни эту тайну в себе. А так, на исповедь приходи, это будет, а это, я не стал с ним, это, ну, так вот он поговорил, но сильно он сокрушенный, и обида такая, что, не знаю, как, что можно было так обидеть до такого, что... Вот. Ну, где-то в поездке, он не здесь, говорит, где-то в поездке, что ли, там это. Ну, так, краткий разговор был. То есть я ни на кого не имею, ничего, я не, никого это, ну, вот так вот. Не сказал. Я не стал пытать. Ну, а ты, если знаешь, то скажи, из-за чего обида-то? Мы с ним разговаривали по телефону. Он говорит, не на меня, но жена подчиняется ему. Он говорит, что он мне? Не знаю, я не выспрашивал, он не сказал, я не стал выспрашивать у него. Вот и все. Может быть, когда придет, я только сказал, говорю, сам от себя никуда уедешь, что куда-то. На кого-то из сестер, видать. Сам от себя никуда не убежишь. Если здесь один... Там тебя обидят. Только приедешь на то место, там трое тебя обидят. Приедешь в третье место, там тебя 30 будут обижать. Это такое, само себя никуда не уйдешь уже. Где-то. Так, ну что еще? Да нет. Все. Занимайтесь. Работайте. Да, Татьяна Кузьмична. Два слова буквально не имеют. Звонила Валя из Казахстана. Только-только получила посылку с книгами. Больше месяца вышло. Поклон всем передает. И звонил вчера Виктор Николаевич Савченко. Тоже поклон всем низкий передает. Все у них благополучно, хорошо, детки здоровы. Он занимается второй раз уже на курсах. Он какие-то более повышенные курсы. И ведет там женщина
русская. И она говорит, мы общаемся после занятий с ней, общаемся. Она многое рассказывает и помогает ему. Да. Адаптироваться, вот. Да. И с детками. Говорит, я только с прогулки вернулся. Вот где-то парк у них рядом такой, прямо там, говорит, и гуси, и утки, и лебеди. И очень хорошо. Как желудок? Огнюша бегает. У них там же ходит и все это, ну, этот маленький в колясочке еще все. Вот, ну, всем низкий поклон передавала. Ну, я хотела сказать еще, Мария Яковлевна лежит в горбольнице. Первый эти этаж, 24-й. Какой горбольница? Горбольница, да, да, да. А Оля? А Оля лежит на горе. Ну, Оля просила пока не приходить к ней. У них в понедельник будет операция. Вот, и она пока говорит, ко мне пока не хотите. Виктор, сестра. Ну, а так, что все вроде бы... Как говорится, все больные, кто... Мама передает тоже мне поклон всем. И благодарит за молитвы. У ней там выяснилось, у ней, в общем, искривление позвоночника, сколиоз. И протрузии, 5 штук протрузий. И по всем, короче, вот этим суставам. И тазобедренные, и на поясничном отделе. В общем, и, скорее всего, еще какие-то грыжи есть, но не могут выяснить. Написали какое-то угловатое, не инородное, а угловатое тело. Она говорит, я так ничего не поняла. Пойдет дальше по врачам. Помоги, Господи. Еще забыла одно объявление сделать из Потеряевки. Предлагают гусей 3,5-4 килограмма, по 300 рублей килограмм. Если кто-то пожелает, пожалуйста, подойдите ко мне, я должна передать сегодня. Утки нет, гуси. Сестра Агния у нас имеет слово. Спасибо Христос за молитвы, мы выздоровели. Слава Христу, аллилуйя. А брат, где ваш опять хворается? Ну, что у вас там такая же... персистирующая инфекция? Ну, раз выздоравливает уже. Да слава Богу. Чересчур много. Помоги вам, Господи. Расселять. Люба Минаева передавала, что она гусей держала, и гусей сейчас она уже готовит. Если кому надо, значит, гусей заказывайте. Гусь, значит, 3,5-4 килограмма, 300 рублей килограмм. Да? Ну, вот это, я забыл, она меня просила передать это все. Тогда напишите, кому нужно. Там Игорь Барабаш будет ехать, можешь привезти. Сестра Александра, слава. Братья, утки, сельхоз продаются. Я говорю, она вчера в больнице есть, там уже эти самые, у нее выйти из этого состояния. Теперь ее там... Все, что а случилось? Она довольная. Передает всем привет. Просит Евангелие. Я взяла два Евангелия. Но одно в раздевалке отдала. А одно туда и отнесла. Вот если я пойду, то я и отнесу. Палата какая? Ну, как 24-я. Это отделение? Кардиология. Так, подумайте, на кого... Еще слово у кого есть? Просьба, пожелания, благодарение. Так, для грамотных. В интернете, кто бывает, посмотрите два фильма документальные. Один называется «Себя запишите». Просто по-русски зарядите в Ютубе. «Суровая жизнь в тундре». Понятно, о чем речь идет. Второй тоже, но по-другому. «Коми». Тут такое путование. Что такое это слово такое? И дальше. Арктион. Как люди живут. И когда посмотришь, даже не совсем близко ты это, ты пойти туда не можешь. И ты скажешь, что у тебя есть, выйди, осмотри комнату свою, посмотри стены, стекла. У людей ничего этого нету. И ему кончается ягель, представьте себе, а чум, это высокие такой, длинные палки, они там вместе как-то связывают. Материя обмотана. Больше ничего нет, на снегу. И он снимается и идут через Урал 200 километров. В день не больше 10 километров. А чтобы олени где-то что-то маленько съели. Бывает, дорогой падают. Перегоняют туда, там они там кое-что продают. И потом обратно этим же ходом. Едут, ну нарты сами делают. Летом они на нартах ездят, ну, по земле нарты. Стираются где-то. И вода почти достает, и они сидят. Женщины там. Какие женщины веселые. Мало того, иконы висят.
уезжают, там большая, сейчас они иконы составили, поехали, как бы православными, коми. И вот пурга и говорит, что температура опустилась до 40, тут 27 градусов, я залез в голубям, мне 20 лет, пальцы не держат меня. А это женщины сидят на нартах, идет пурга и обидная, и они, чтобы ехать, заряжают на нарт, это большие длинные сани, все перепутано. 50 нарт, две семьи. 50. Все абсолютно там и дрова, и еда. И теперь каждый день они начинают выставлять чум, и опять обнизут снег. Как это можно так жить? И они живут и благодарят Богу. На шкурах. И главное, лица чистые. Чистые лица. Это не то, что вот живут, которые камчедалы, там другие едят китовину, им разрешают столько, 130 китов забивать. Ну, международная организация. Сам предельный возраст, ну, средний так, 45 лет. И показывает, один стоит, курит, говорит, это 60 лет, это уже древний старец. Почему пьют, курят? Север, нехватка витаминов. Вот два ролика, советую посмотреть. Они очень помогают утишиться. Осмотри, прощупай, у меня стена, ветер не продувает. Антон ничего не может сказать. И мало того, она стоит, вот, представь себе, вот, Галя, и она говорит, у меня 7 детей, 5 сыновей, говорит, у меня, и 2 дочери. Дочки собираются в школу, за ними вездеход приезжает, увозит, а эти женились, и по стенам чум, нигде ничего нету. У них шторочки вот так вот висят, все, 7 детей. Здесь не успеют выпереться только где-то, и уже все, новый дом. Покупать надо новую квартиру, миллионы платить. Ни одного миллиона не платят. И только уговаривают детей, чтобы они приняли от них эту вахту. И показывают оленя. А сколько вы думаете оленя? Олень это не овечка. Побольше. Одни рога. 40-50 килограмм. А? 40-50 килограмм оленей весом. 40-50. У них 4000 оленей. Они сегодня ночью, говорят, напали и порезали 30 оленей, волки. И вот мальчишка сидит там, мальчику я не знаю, ну сколько, ну похоже лет 12 есть уже. Он к женщинам за столом когда сидят, он мужчина, с женщинами нельзя сидеть. И мужчинами нельзя, он еще не мужчина. И вот это инаугурация его здесь, отец говорит, сегодня тебе там то ли 12 лет, и вводит его в мужской, значит сегодня я тебе оленей передаю, ты должен сам. Ребенок сам, и он... Волки угнали 1000 оленей. И он садится на нарты и поехал в степь. Она вышла, мать ахает, как говорится, квочка какая. Ну куда же послал? Да вон там мужик, он все сделает. Ну там пацаненок и с ним собачонка. Он едет, пурга поделась, сгинь видно. Он дает указание. Так, мы свое снимаем чум, нам нужно дальше. Он оленей приводит к нашим 3000, там 1000, и мы дальше. Он придет, а тут пустое место. И он едет и останавливается где, и наконец увидел в снегу, лежит кал. Он взял теплый, совсем рядом где-то они. Определитель, термос какой. И дальше появляется, привел, ну как, трудно было? Да нет, ничего. Ни стона, ни недовольства, это на нартах, там ни кибитки, ничего нету. Женщины сидят под ветром, 40 градусов мороза. Я к тому говорю, что вот такие вот ролики показывают, что мы-то какие после этого. И все недовольны, мы вот эту квартиру продали, новую купили. Здесь не так, мы сейчас в Симферополь поехали, в Анапу поселились. А это никуда, вцепились в мертвую тундру, и никуда их не сдвинешь. Потеряевки, вода, плодородная земля, всего полно. Церковь стоит, и все бухтят и бухтят, куда-то надо ехать недовольны. И как мы будем выглядеть? Вот я хотел сказать, поглубже надо копнуть, увидеть этих людей. Я за них сразу стал молиться. Какие они хорошие. И отзывы все 100% положительные. Да как они живут? Вот так они живут, чтобы нам пример дать. Вот так. Спасибо, Христос. Завершаем. Песнопение, трапеза и занятия. Раиса Николаевна еще болеет, простите. Вот. А дроба-то не звонили, их тоже нет. Дроба-то нету, неизвестно. Надо позвонить, надо узнать. Их... Достойно есть всякого истину, боли дитя Богородицу, Христ на блаженную и пренепоручную, и Матерь Бога нашего,
честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия племенников, от внутренних распрей, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы из всех начальствующих, также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославно в Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Не забывайте, там были Евангелия лежат. По пачке хотя бы берите. Я не Алексей.